Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! До Нового года осталось всего лишь 11 дней, а это значит, что самое время готовить новогодние вкусняшки. Сегодня я приготовила 3 очень вкусных новогодних блюда. Давайте же посмотрим, как их готовить. Поехали! Итак, первая вкусняшка – это тарталетки с икрой и сырным кремом. Приготовим сырный крем. В мисочку отправляю сливочный сыр и жирные сливки. Взобьем это миксером. Я взяла готовые тарталетки. В них высаживаю из кондитерского мешка сырный соус. Украшаем шпинатом. И сверху кладем икру. Тарталетки готовы! Вторая вкусняшка – это закусочное пирожное со шпинатом и красной рыбой. Для начала крупно нарезаю шпинат. И превращаем в блендере в пюре. К шпинатной массе добавляю 2 куриных яйца. Растительное масло без запаха. Соль. И все перемешаем. В массу отправляем муку и опять перемешиваем. На пергаменте я нарисовала круги, и на них высаживаю кондитерским мешком тесто. Противень, перед тем, как положить на него пергамент, я смочила водой, чтобы пергамент не ездил. У меня получились вот такие зеленые коржики. Теперь будем собирать пирожное. На коржик высаживаю крем через насадку «Закрытая звездочка». Поверх крема кладу нарезанную кубиками красную рыбу. Накрываю первый слой коржиком и начиняю кремом и рыбой. Последний слой украшаю кремом. Закусочное пирожное готово! Третья вкусняшка – это всеми любимый салат «Селедка под шубой» в рулете. Нам понадобятся вот эти овощи и яйца. Все ингредиенты я сварила и очистила от кожуры. А также мелко нарезать красный лук и сельдь. Начинаем собирать. Пищевую пленку стелю на разделочную доску. На пищевую пленку выкладываю тертую свеклу. Смазываю майонезом.
Сверху кладу слой тертой моркови, слой тертых яиц, слой майонеза. Затем идет слой тертого картофеля. Немного посолю картофель. И смазываю майонезом. По центру выкладываю сельдь с луком. Каждый слой выкладываю на 1 см меньше предыдущего. Наконец, аккуратно заворачиваю рулет, соединяя два конца пищевой пленки. Концы рулетика завязываю. Рулетик отправляется в холод. Готовый рулетик украшают таким образом. Внутри наша селедка под шубой выглядит вот так. Готовьте с удовольствием и новогодним настроением. А я с вами прощаюсь. До следующего видео!